участвует. То есть в пятницу архитектор, главный архитектор города со своей командой вызвали всех, кто работает у нас в Заре, первый этаж. И по постановлению края, значит, обслуживающая территория, прилежащая к гостинице и павильонам, магазинам, которые находятся на первом этаже гостиницы «Заря», должны, по идее, все клумбы и цветники привести в порядок. На данный момент с нами заключила договор только один предприниматель, хозяйка «Зари», Надежда Яковлевна Волкова, которая нам и оплатит нашу работу. На данный момент рабочие выполняют свои обязательства, то есть засаживают первую клумбу, которая ближе к одной двери «Зари», то есть она... Волкова посчитала, что это ее обязанность, то есть эту клумбу засадить самой. Скажите, а это дорогостоящие работы? Нет, не дорогостоящие, то есть 15 тысяч засаженцы, не включая работу. То есть за работу мы не берем. Мы посчитали работу только количество саженцев на них. Цена, вот мы решили как бы посадить чисто саженцы, не включая работу.